Рабочий день сотрудников Видновской дирекции киносети начался с массовой высадки саженцев деревьев. Всем коллективом они вышли на улицу, чтобы сделать свой город еще красивее и зеленее. Некоторые из работников впервые держали в руках лопату, но под руководством опытных садоводов добросовестно копали лунки для будущих растений. Мы выкопали лунки, посадили в них саженцы, прикопали, полили. Вот. В принципе, дело простое, справиться сможет каждый, и главное иметь желание, душевный порыв, и все получится. Копали, что называется, на совесть, не выдерживали даже лопаты. Ну все, докопались. Но это не остановило работников предприятия, и все 6 деревьев, по одному на каждое подразделение Видновской дирекции киносети, были высажены. Теперь сотрудникам предстоит заботиться о своих яблонях. А чтобы не перепутать, где чья, на саженцы повесили яркие таблички с названиями. Каждый из нас будет стараться, чтобы это дерево не просто росло, чтобы оно приносило плоды, радовало. Между прочим, это очень любимый в народе сорт. И я думаю, что мы сделаем так, что дерево выросло и приносило плоды. Высадить перед входом в здание предприятия яблони руководство Видновской дирекции киносети решило не случайно. На прошлой неделе в Видном началась акция «Город-сад», мимо которой не смогли пройти и работники СМИ. Мы надеемся, что в следующем году они заблагоухают красивыми цветами и дадут нам первые плоды. Видно, все так же яблони цветут. Деревья посажены, а это значит, что остается только ждать, когда территория перед главным входом в Видновской дирекции киносети расцветет и будет радовать не только работников предприятия, но и всех жителей. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.